23 апреля прошла планируемая 22-я сессия Десногорского городского совета. Депутаты рассмотрели повестку дня одним из вопросов, который был о принятии в собственность Десногорска объектов движимого имущества. Оборудование будет закреплено за комитетом по образованию и поступит в образовательные организации города. Все это сделано на основании положения о порядке использования муниципального имущества. На комиссии планового бюджета данный вопрос был рассмотрен. Рекомендация комиссии принять муниципальную собственность. Также депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Десногорск. Ранее от Комитета по городскому хозяйству поступило предложение о внесении изменений координат и схем общественно-деловой зоны и зоны индивидуальной жилой застройки. 29 марта решением городского совета была зона изменена, но допущена техническая ошибка в указанных координатах. Вместо 5 точек изменяемые зоны были указаны только 4 точки. В связи с допущенной технической ошибкой мы просим внести изменения. Кроме того, председатель Десногорского городского совета Анатолий Терлецкий сообщил об исключении фракции депутатов Коммунистической партии Российской Федерации из состава горсовета. Это произошло на основании уведомления руководителя местной фракции Коммунистической партии. Вместо нее создано новое депутатское объединение «Группа народных депутатов».